Это что такое? Мы принесли сразу Тиму свадебный костюм. Мы решили не тянуть, не затягивать. Знаете, как принято? Мы вам дарим костюм, а вы свадебное платье. Да. А мы свадьбу организовываем. Всем привет! Ты находишься на моем канале, и сегодня максимально необычный день. Прям вообще максимально, потому что вот нет бы он мне устроил... Нет бы он устроил бы свадьбу нам, пока мы не состарились. Он устраивает свадьбу нашим детям. Ну, нашему сыну. Но это еще не факт, что она согласится. Они вообще ни о чем не знают. Ребята просто охереют. То, что я приготовил, мне кажется... Короче, все увидите в ролике. Смотрим ролик, мы погнали. Где мое предложение? Я согласна. Даже разговаривать тебе не нужно. Короче, погнали устраивать квест. Они должны найти координаты. Мы поедем уже на те координаты и будем их ждать. Интересно, скоро они там появятся? Квест начинается. Давай, погнали. Я что-то не понял, Ань. Мы вообще-то ролик снимаем, ты что разлеглась? Дим, ну подожди, мне минутку осталось досмотреть. Ты серьезно? Во время съемки ролика решила своего Серкана Балата посмотреть? Ты не поверишь, но это круче Серкана Балата. В онлайн-кинотеатре Море ТВ уже вышел сериал «Надвое». И чё? «Через плечо». Там два друга, старомодный Костя и свободолюбивый Саня, приезжают в Санкт-Петербург по работе и неожиданно влюбляются в двух местных девушек, которые делят жизнь на до и после. И что такого? А то, что в этом сериале и Данила Козловский, и Александр Петров вместе в одном сериале. Да ладно? Все, съемочка откладывается, я побежал смотреть. Дима! Чё? Дим, для новых пользователей 30 дней бесплатной подписки. Иди на своем смотри. Блин, вот так всегда. Муж, иди работай, а жена сериальчики смотри. Да ладно, что ты начинаешь? Хотя бы скажи, чем закончилось. В общем, ребят, мы специально встали пораньше, написали квестиком, и сейчас они будут его проходить. Привет. Вам, ребята, устроили квест. Найдите записку и локацию по координатам. Шутка. В гостиную открой сундук. Покрути туалетную бумагу. Вы это для меня прям придумали. Да, здесь, да, только аккуратно. Да, аккуратно, подожди. Вот. А это что? Подожди, это, наверное, 25 сентября надо найти. Нет, это координаты, блин, географию вспомни. Карта. А, недалеко. Рядом с пальмой. Ну, поехали. Что, вот наше такси, вот это вроде. Hyundai. Let's go. Ну что, ты готов? У тебя сегодня важный день. Ты знаешь об этом? Ой-ой-ой. А, пожелай ему что-нибудь в будущем. Скажи вот. Это он увидит 100%. Ты, наверное, в шоке от нас, да? Вот ты уже вырос и такой, это мои родители, такие молодые. Блин, мы будем уже старперами. Что это мы старперами? Ну ладно, мы не будем старперами. Тим, прикинь, это ты. Как думаешь, ребята о чем-то догадываются? О таком точно нет. В общем, я даже не знаю, как вам это объяснить, что вам сказать. Ребята, как видите, нас снимали. С утра встали, куда-то уехали, пропали. Ну и мы начали собираться, одеваться, думали, выйдем погулять. А тут вы гляньте, оказывается, они нам устроили какой-то квест. На английском быстро, как? Fast. Fast. Let's go fast, быстро, окей? Thank you. You went fast? Ага. Прям пью. У меня есть вариант, что мы идем прыгать в парашюта. Или же на яхту. Мы, получается, сейчас просто будем ходить их искать. Давай с яхты начнем, потому что она ближе. Окей. Короче, Дима нам написал, что мы идем на яхту, но мы уже на нее опаздываем. Могли бы хоть какую-то зацепку дать. А мы сейчас выезжаем из порта. И Дима будет нырять за сокровищем. Легендарные плавочки. Я уже готов, короче, нырять. Я приготовил такой маленький кейсик, где будут лежать кольца. Я сейчас, получается, прыгну
и достану сокровища. Ну что, ребятки, заходите. Давайте заходим, заходим, все, поехали. Ребятки ничего не подозревают, вообще никак. Ничего не подозревают, потому что Дима стал таким крылышком. Он это достанет, отнимает. Все, да, без лишних слов. Короче, у нас кое-что нужно вам сказать. Аня, иди сюда. Короче, надо кое-что вам серьезное сказать. Мне нравится с вами сотрудничать. Пожмите мне руку, я прошу. Слышите, я что-то на... Возьмите. Что там? Еще один квест. Что там? Софа, выходи за Дима. Офигеть! Мы согласны? Мы согласны! А где он? А где это было вообще? Откуда ты достал? Из жопы. Вот тебя не спрашивала. Просто наши красавчики, пацаны. У них уже медовый месяц, они отдыхают. Тим спит. Просто всю свадьбу проспит свою, а? Ну что, ага. Мы направляемся на мы направляемся, дадим. Ну что, мы направляемся на церемонию. Софа просто. Вот она рада. Она Тим не спит, понимает. Как обычно. Тим как всегда, нормально, все блин. Проспал, все. Прямо... Давай врубай музыку. Она возмущается, что он спит постоянно. Музыку все, включай. Давай. О, пошла жара. Нормально долбит. Как они до этого додумались? Ну что, ваш корабль любви отправляется в долгий путь под названием «Семейная жизнь». Мы не можем в это поверить и понять, что это реально происходит в этом мире в 22-м году. Тебе 2 месяца, ей 3. Жесть какая-то. Я предлагаю нам поклясться от семьи Софы и от семьи Тима. И каждый скажет поклятие. Согласна. Ты готова? Да. Клянемся сидеть иногда с Софой и Тимом, чтобы мы могли побыть наедине и сделать им братика или сестричку. Клянемся никогда не накладывать на ваши лица эмоджи. Клянемся делиться памперсами в трудный момент. И смесями. Клянемся никогда не оставлять вас одних. И клянемся, самое главное, снимать миллиарды тиктоков. И лайков, лайки, да. Лайки, самое главное, лайки. Нет. Ну ладно, нет. Клянемся никогда не забывать коляску у магазина. Да, Дима? Да, когда такое было? Ань, просто песос. Просто песос. Я коляску оставил в магазине, сейчас прихожу, ее там нету. Что делать? Самое главное, мы клянемся вам постоянно включать Baby Shark ту-ту-ту-ру-ту-ру 24 часа на 7. И самое главное, послушайте мой совет. Клянемся в будущем не показывать детям ролики Влада Бумаги. А еще мы клянемся каждый Новый год делать кринжовые фотографии в свитерах с оленями. Софа, ну иди к нам. Давай. Вот они идут. О! Софа, не соси палец. Настал трогательный момент. Тим, Тим, не плачь только в этот момент. Надо, наоборот, поддерживать Держись. Свою невесту. Не грусти. Это да не это самый тяжелый всего момент. 2 месяца. Хуже. Тебе всего 2 месяца, Тим. Ой, теперь вы можете поцеловаться. Муа. Муа. Можем подписать бумаги, чтобы это было все официально. Правильно? Пойдемте. Сделаем это уже в номере у нас. Ребята уже поднимаются. Сыпем соль. Эй, соль заела. Алло. Дим, почему ты как всегда? Ну что, сватья, заходите. Принимайте каравай. Надо делать. Нужно кусать. Кто больше кусок откусит, у того в семье главный будет человек. Опа, опа, Ань, а у тебя рот побольше. Значит, ты
смысле? Ёб твою. Ёб, РСТ, ну, Ань. Побольше, Ань, прям вот так, вот так. Давай, рот открой, я тебе всуну. Не надо. Открывай, говорю. Нет. Аня, открывай, кусай сильней. Сильней кусай, говорю. И давай в ту сторону ломай, в ту, в другую. Давай еще схвати побольше, сейчас оторвется. Аня, Да, Аня! Не получилось. Ну ладно, короче, мы продули. Она тоже хочет смотреть. Софа, так, ну что, получается, в семье у нас будет раритет Софья. О! О! Бум-бум-бурум, 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 бум-бурум-бурум. Где писать? Напиши. Пиши. По-моему, она против. Нет. Ты против или нет? Давай, пиши. Еще раз, давай спросим. Ты против, Соф? Соф, ты против? Улыбнись. Улыбнулась, не против. Тим, ну ты не вовремя рыгать начал. Ой-ой-ой. Ура! Поздравляем вас с этим прекрасным днем. Вы остаетесь, возможно, навеки, а возможно, нет. Но если что, распишитесь обратно, там, разведетесь, ничего страшного. Это как бы со всеми бывает, правильно? Кольца вы уже потеряли, поэтому, ну, тоже похер на них. Живите счастливо! Я не раз на лимузине не каталась. Поехали тусить. Let's go. Hello. Едем на свадьбу. Ну что, ребята, спасибо всем огромное за просмотр, что ты досмотрел этот ролик до конца. Обязательно ставь лайки, пиши комментарии. И еще есть маленький сюрприз. Да, есть сюрприз. Ой-ой-ой-ой-ой. В течение недели у нас в соцсетях будут выходить буквы. 8 букв. Поэтому найди их, составь слово, и кто первый отправит нам это слово в директ, получит 20. Соответственно, надо подписаться на наши соцсети. На вот эти все 4 соцсети. Смотрите, на мою, на Анину, на Еветину, на Вальну, и там будет это слово. Всем спасибо, не забывайте подписываться. До новых встреч! Пока-пока! Ты что, не вырубил до сих пор? Неадекватный. Ой.